носу, а что, усы? Пизда мне на носу, я-то выросла. Или что? Про это? Про пизденку говорите, киски. Привет, котик. Привет, за. Привет. Давай. Привет, давай целоваться в губы. О! Надеваешь каблуки, уже не для него. Да, ты да. Отвечаешь на звонки, долбёжка. Долбёжка. Ты так, кто не вас на трубку, даже если долбёжка. Причём воспоминания по кругу, да пошло оно в чёрт, долбёжка, долбёжка, долбёжка. Я облежу твои соски, сука. Я облежу твои сиськи, сука. Да, облежу твои сосочки, сучка. Твои соски — это движка. Девочка, танцуй, у меня огромный хуй. Девочка, танцуй. Блин, девчонки, очень здорово. Девочки, танцуй, у меня огромный хуй. Подрочу и кончу. Танцуй, да-да, на бис. Молодцы, молодцы бабы. Бабоньки, молодцы. Нормально разорвали пилотки. Заебись. Девочка, танцуй. Девочка, драчи. Сегодня привет. Не, ну, я сегодня понял, пидор. А ты кто? Кто ты? Я говорю, я музыкант, старик. А ты кто? Я красавчик. Спой нам что-нибудь. Бля, я, у меня огромный хуй. Я на блоке. Со мной старики. Йоу. Нормально? Ну, там хуй что-нибудь заебал. Ты, блядь, в уши ебешься или что на? Ты говоришь, что у тебя в жопе огромный хуй? Бля, мне кажется, ты сделан на медье. Душевно. Давай, брат. А, блять, обоссал пацанов нахуй, я на блоке, врываюсь в район с левой правой, блять, а ты голубой, твои друзья геи или нет, извини, я поцеловал тебя в губы, ты маленький хуй, ой, какой ты крутой, сила, сила в правде, брат, йоу, со мной бабки, йоу, ну как, заебись или хуя? Нормально, нормально, бля, ну я же устал, старички, устал. Устал? Спать. Давай, ладно. Потеряйтесь, пацаны. Пацаны, потеряйтесь. Давай, переключи нас, блядь. Пацаны. Ты еще здесь? Псы, ёпта. Я это... Давай. Вот. Привет, бра. Играешь на гитаре? Давай, сыграй, бра. Я только учусь, я, бля, помаленьку нахуй. Одна струна и так только начало. Сыграй, бро. Респект тебе сразу. Я просто сам не умею. Сейчас, погодь. Давай. Я пьяный просто. Да похуй, похуй. Не, ну молодец. А с аккордами просто умеешь? Аккорды я знаю, АМ, С, Джи и, по-моему, блядь, ГМ или ЖМ, я хуй знаю. Звезда по имени Солнце сыграешь? Молодец, респект. Учись, да. Вот. Я так не умею, бро, честно. Типа... Я больше, братан, по самосочинению. Я больше рэп пишу, чем играю. Я вот на гитаре 2 месяца нахуй практикуюсь, нихуя не научился, ебу. Да не, ну неплохо. У меня с боем хуёво. Я вот с боем плохо. Там типа надо бой как-то вот, останавливать. С боем тоже. Смотри, я тебе сейчас объясню, в чём у тебя, ну, в чём у меня проблема. Ну давай, у меня такая. У меня на бой, вот именно на звезду по имени Солнце, у меня... Ну, заглушка идет вот так. Да, и да, сильно жмёт. Да, 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 такая же хуйня. А надо как-то... Заглушить, то есть... А, ну там типа по струнам надо провести и чуть-чуть. То есть ты типа пальцами по струнам проводишь, а потом вот этой частью выполнишь.
ты глушишь, то есть... Ну да. То есть, у людей я смотрю, то есть я уже не первый раз у тебя гитаристов в этой, ну, в театре лекции. А, нифига, они я говорят, первый раз. Нет, правда, серьезно, до хера гитаристов. Они такие, ну, типа, вот ты глуши, говорит, просто вот так. А я не могу так, то есть, вот реально, в бою у Виктора Цоя, вот именно «Белоснег стерлёт», «Звезда по имени Солнце», у них будет... О, блядь, сейчас, подожди. А я опять нахуй своим боем глушу. Ну, я понял, суть по нотам, короче, проводит. Он по нотам проводит, и она прям мягкая такая. А у тебя вот так. Да. Как пизданул в барабан. Но у меня такая же тема. Да. Но все равно я молодец. Я на карантине вот начал играть. У меня есть самосочиненка, не знаю, зайдет тебе, нет. Давай. Вот заебись. Смотри. Молодец. А что она постепенно? Но эта тема вообще крутая. Уметь играть на гитаре. А, ты знаешь группу Linkin Park? Да. Pain или Pain. Как-то знаменитая. Не, смотри, слушай. Получается, бомбишь, да? А как ты? Там же не бой, а две струны ты просто трогаешь. Верхнюю и нижнюю, да? Да, у меня верхняя, короче, вот шестерка идет басовая. А нижняя идет основная. И идут всего реально... Одновременно, да, так их? Бро, я так попробую. Да, одновременно дергаешь, но идут всего три аккорда. Первый аккорд идет на нулетку, то есть просто ты не трогаешь вообще гриф. То есть... Второй аккорд идет на два рана, седьмой аккорд, вот первый, где вторая точка. То есть такой. И потом вообще очень просто ты перебегаешь на третий аккорд один раз. То есть вот, один раз на третий перебежал. И потом пять раз на второй. И опять. Очень круто. Молодец. А что по рэпу? У тебя есть микро, рэпу, ты пишешь? Я сам пишу рэп, но, блядь, под гитару эти. Я капелло могу спеть, а просто под гитару нет. А биты не пишешь? Биты на компе? Биты нет, у меня, блядь, к сожалению, с компом проблемы, я по психу свой комп разъебал в дрель. А, ну ты не бросай гитару, молодец. Ну и так сочиняй, молодец вообще. Но я так не умею. Сам вообще откуда? Москва. Но я пишу биты в этом, в лоджике, понял? Начинаю. Алло. Что-то завис. Пропал. Братишка пропал. Паша техник, бро. Ты? Как дела? Все хорошо. Привет. Что там, бродяга? Йоу, как жизнь? Ну чё, бродяги? Здорово. Здорово, брат, как жизнь?
Неплохо. Тебя не видно, брат. Йо-йо-йо, в тачке сидим. У тебя девятка, брат. Ага. Что за тачка? Да. Серьезно? Девятка, девятка. Да. Хорош. А ты откуда? Ну, Тамбов. А, я понял. А чем по жизни ты занимаешься? Да говно развожу. А, я понял. Нормально. Потом на девятке. Нормальная тема. Короче, двигаешься. Да. Ну, двигаюсь, да. Туда говно отвез, сюда двигаюсь. Кузов не битый, у тебя не крашеный? Крашеный, битый. А, я понял. Ну, там самосвал подвинул, тут, блядь, ну, выхода нет. Да. Как бы надо. Как песня, знаешь, сплин. Выхода нет. Вот такая. Выхода нет? Да-да-да. Вот из этой серии. Есть такое. Что, тяжело на карантине? Да нет, не соблюдаем. А, я понял. Но у вас там жестко или прям там крепят сразу? Типа не выходить из дома. Старушек. А, старушек. Старушек крепят. А, я понял. А молодые? Конечно, самое беспомощное слое там крепят. Молодые убегают. А, ну строго все равно же, да? Да нет, с Москвы я. Ты с Москвы? Да, да. Но я тоже из Москвы. Но Зеленоград. Но я только из дома не выхожу, я честно. Просто. Уже месяц тут кукую. Вот, блядь, аж до чат-рулетки дошел. Месяц, прикинь. Ну, вот и так же. Да. Я опять же, ну, как бы я первые 8 дней посидел на карантине, а потом решил нахуй, короче. А, ну я уже долго. Лучше не соблюдать его. Ну, там сейчас еще ужесточают и ужесточают. Да, дела. Ну ладно, бро, я не, пойду. Ну это есть. Ага. Давай. Давай. Ну пропуск-то можно заказать, говорю. Ага, давай. Давай. Привет. Привет. Иванга, это ты? Каждый второй меня об этом. Ой, ты Иванга? Ты что? Ты что, Иванга? Ты так похож на Иванга. А можно я назову выпуск, а я встретил Ивангая? Господи. Они же поверят, зайдут и будут смотреть. А у меня будет много-много подписчиков. Чего говоришь? Ну, как твой канал называется? Влад Широков. Напиши в чате. Легко. Расскажи о себе пару слов. Ну, меня зовут Вика. Ты из Москвы, Вика? Ивангай. Нет. А где ты живешь, Вика? По названию. Под названием Ульяновск. А, это Замкадье, верно? Да? Очень далеко. Ух, ё. В Москве не бываешь? Я в Москве была всего жизнь, и то я не помню о том. А, на гитаре не играешь? Такой вопрос назрел. Нет, коли мы общаемся. Я играю на пианино. А, хорошо. Я играю на пианино. Ну. А еще один. Я хочу сказать... Как тебе альбом Фараона? Что? Как тебе альбом Фараона? Я слушал только пару треков. Я не слушаю рэп вообще, но рэп. Не любишь рэп? Послушал, и мне не понравилось. Я тоже рэп не очень. Рэп не очень. Ты права, молодец. Ну ладно, передай привет там. Привет. Ну все, давай. Я пойду дальше. Удачи. Пока. Привет, братик. Йоу-йоу, привет. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу, здесь с вами. Ух, йо. Йоу-йоу-йоу, здесь с вами. Бригада, это вы? Братва. Да. Малыш бригада, это мы. Да. Вы с малышками? Вы на блоке? А? Вы с малышками? Мы на блоке, мы с малышками. Ой, прости. Мы на блоке, мы с малышками, мы чилим реально. Красава, ты рэпер?
Полюбас. Полюбом. Старичок, ты рэпер? Скажи. Я? Да, читаешь рэп? Рэп. Рэпчик. Нет. А откуда вы? Мы из Бока. Не из Москвы? Да, с Питера? Нет, нет, точно не из Москвы. А, за МКАДом где-то, да, тусуетесь? Подожди, мы из Уфы, брат. Мы из Уфы. Мы за Уфы, за МКАДом. А, как Фейс, короче. Да, как Фейс, как Джимба, как Твет, как Доп Клаб, Ворлд. Ты по-любому рэпер, чувак. Ты всех знаешь, всю бригаду. Всю тусню. Нет, нихуя. А сколько лет? Я не рэпер, я просто на блоке. А, хорош, хорош, молодец. Выкрутился. А сколько тебе лет? 19. Пацанам тоже 60. А вашим малышкам? То же самое. Совершеннолетние? Конечно. Все, кроме меня, но меня там не видно, слава богу. Блять. Я понял. Бухаете? Забудь этот баланс. Бухаете? Брат, ты же выкупаешь пейс Джимба, Твет, там, Asics One из Уфы, да? Да, да, чувак. А у меня Кент просто его друг. Да? Ну да. А они все из Уфы? Не, они все из Уфы, я знаю. А ты сам из Москвы, да? Да, да. Блядь. Да, картина у него охуенная, конечно. Это картина, я да, у тебя все. Моя. Сам Уфу, делал, да? Да, да. Видишь? Бля, срач блядь. Тоже охуенный, скажи. Просто пиздец. Ну, Клёва, а что в видеочате все делаешь? Бля, очень скучно, я месяц уже торчу один дома, блядь, и пиздец. Потому что, ну, работать... А что девочек не приглашаешь домой? А никто не едет. Никто не едет. Карантин же. А, ну, блядь, вообще как-то похуй, блядь, да? Не, у нас строго. Но киски пишут... Вас ебут? Вас ебут прям пропуска, да, лишь? Да, да, у нас пропускная система. А ну, кто это скинул эту хуйню в лошерингов? Это типа ТБК? Бля, это я типа на Ютубе стримлю. Давно стримишь? Не так. Я думал, что все стримы пидоры, блядь. Все, кто стримит, пидоры. Кроме Паши Техника. Да, согласен. А сколько смотрят сейчас? Бля, сейчас ноль. Ноль? Один. Один? Да. Так зайди с телефоном, будет два. Зайди с телефоном, будет два. Бля, обидно. А слушай, если мы будем с одного компа смотреть с четвером, это будет четыре или нет? Да. Нет. А если она будет в очках смотреть, это будет больше? Глаз же больше получается. Шесть. Бля, ебать ты умный. Лан, бро, давай, удачи. Пизду. Привет. Кто же у нас следующий в этом выпуске? Здорово! Понял. Йоу!